Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcom. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Gunbox. Сцепление Nissan Murano в Z52 кузове. Модель H-Line 2K с диагональю экрана 10,4 дюйма. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, встает без щелей, без зазоров. Идеально вписывается в интерьер автомобиля. Рамка выполнена из черного глянцевого пластика. Весь остальной пластик точно такой же черный глянцевый, поэтому магнитола идеально сюда вписалась. Кнопки на мультируле все активны, работают кнопки громкости, ответа на звонок, переключение треков работает, и также вся информация дублируется с вот этим центральным дисплеем. Бардачок вводится. USB-порты, которые поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще дополнительно вводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо можете раздать интернет с своего мобильного устройства через режим модема и подключиться по Wi-Fi к нему, как было сделано в этом случае. Также дополнительно этому автомобилю заменили штатную камеру заднего вида на неоригинальную и которая выше по качеству. Включается также автоматически при включении задней передачи. Располагается там же в штатном месте, как и была камера изначально. Угол обзора 170 градусов. Здесь очень широкоугольная линза вот такая. Качество изображения Full HD, очень все хорошо детализировано, виден край бампера, видно все по краям автомобиля. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки вот этих парковочных линий. Их рисует сам магнитол, поэтому их можно настраивать, как вам будет удобно. По своему мультимедийному функционалу данная магнитола, конечно, гораздо более интересная, чем штатная. Работает на операционной системе Android. Все максимально быстро, плавно. Отклик по сенсору очень хороший. Экран здесь высокого качества. Он достаточно большой, с высоким разрешением, яркий, насыщенный. Ну и, конечно, главное то, что можно скачивать любое приложение из Google Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. Это Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, YouTube, Кинопоиск и многое другое. Штатная радиоантенна подключается. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Здесь сможете построить все по свои предпочтения. По качеству звука здесь еще специальный DSP-процессор стоит для обработки звука, поэтому даже интереснее, чем на штатной магнитоле качество звука. Также есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки или для громкой связи. Доступно подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Функция разделения экрана и множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее не были доступны в автомобиле. Обращайтесь к нам в компанию. У нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов на практически любой автомобиль, также и на этот автомобиль. Есть различные варианты с различными форм-факторами, как с физическими клавишами, так и, как в данном случае, с полностью сенсорными вариантами. В общем, всю информацию вы сможете получить на нашем сайте, либо можете обратиться к нашим менеджерам, и они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И от магазина, конечно же, дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!